Сегодня мы с коллегами Ярославского онкологического диспансера выполняли гистерэктомию с выполнением полной лимфодиссекции, то есть включая тазовую и параортальную диссекцию практически до уровня почечных сосудов. У нас сегодня была возможность поделиться опытом с коллегами, а это на самом деле дорого стоит. Я очень рад, что все у нас получилось. В нашем отделении, которым я руковожу, мы эндовидехирургический доступ мы используем, ну, если взять все локализации опухоли репродуктивной системы, процент использования малоинвазивного доступа составляет около 47%. Каждый месяц подводим свои итоги, порядка 47%. На мой взгляд, это достаточно большой процент для вот такого вида хирургии, поскольку в онкологии, ну, к сожалению, не все операции подлежат эндовидехирургическому доступу. И как раз-таки наиболее частым показанием для использования малоинвазивной хирургии – это как больные раком эндометрия. В нашем отделении мы используем лапароскопию этой категории больных практически в 90% случаев. Опыт эндовидехирургических вмешательств в нашей клинике составляет уже более 4000 операций. Мы, конечно, даем предпочтение как раз визуализации в режиме 3D. Преимущество лапароскопического доступа, особенно в онкологии, ну и в хирургии вообще, это, конечно, визуализация. Увеличение, контрастность, более тонкие структуры мы видим. Поэтому 3D как раз-таки вот в этом направлении дает лучшие, на мой взгляд, результаты. Хирургия с использованием такой системы визуализации позволяет более прецизионно выполнять диссекцию в забрюшинном пространстве, в интрафасциальных пространствах. И когда у нас есть выбор, что лучше взять, 3D или HD визуализацию, мы отдаем предпочтение, конечно, 3D. Я думаю, что в ближайшем будущем это будет выбором стационара, который занимается внедрением и развитием техники эндовидехирургических вмешательств. Вспоминая первые шаги своей работы хирургической в направлении эндовидехирургии, одним из наиболее частых обращений к ассистенту во время хирургического вмешательства звучало слово «горизонт, горизонт, горизонт». Поэтому это, конечно, очень важный аспект эргономики эндовидехирургии, который позволяет выполнять качественно, безопасно эндовидехирургические операции. В своей клинике и у нас в центре в нашем есть оборудование разных компаний. Мы говорим, и операционное оборудовано как раз-таки этой системой визуализации. Но хочу справедливости ради сказать, сегодня и компания Olympus представляет тоже достаточно качественное оборудование. Поэтому вопрос, который сейчас вот дискутируется, это, знаете, выбор между очень хорошо и очень хорошо. В хирургии это же ведь такая рукозависимая специальность. Существует определенная кривая обучение, которое надо пройти шаг за шагом. И повлиять на этот путь возможно, конечно, использованием современного оборудования. Система визуализации 3D этот путь значимо укорачивает. Если клиника оборудована системой 3D, то надо изначально работать уже в системе 3D, и это позволит просто быстрее приобрести тот опыт эндовидехирургии, который позволит с каждым разом повышать уровень своей активности.